Каждый из них понимает, что только одна сегодня корону оденет, и только одна поедет на Средиземное море, в Кемер, Анталия, где будет защищать честь России на международном конкурсе. Мисс «Хрустальная корона» — это уже 20-й, юбилейный, поэтому аплодисменты «Хрустальной короне». Я люблю плести венички, очень безумно люблю читать стихи и гонять в футбол. Я немножечко волнуюсь, ты сердечушка молчи, тайну девичью не выдай, потихонечку стучи. Не все модельные девушки, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Есть такие в форме, с хорошей грудью, другими формами. То есть мы предоставили весь спектр женской красоты. А уж кто победит, жюри решит. Просто, мне кажется, выиграет или номер 9, или 16. Они, с моей точки зрения, они очень эффектно зажигательные девушки. Кирюшкина Ксения! Ксения! Мисс Саратов 2013!